Сегодня в Нарьян-Маре по инициативе руководства Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого округа прошло расширенное совещание с участием руководителей детских садов, школ, учреждений культуры и дополнительного образования Ненецкого округа. В том числе на нем присутствовали представители коммерческих организаций, оказывающих в регионе услуги доп. Образования. В ходе встречи были даны все необходимые разъяснения и рекомендации, в том числе по обеспечению пропускного режима в здание. По информации Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого округа, в большинстве детских садов ужесточен пропускной режим. У входных дверей дежурят охранники, у них имеются списки детей, которые учатся или воспитываются в учреждениях образования. Вход в учреждение осуществляется по документам, удостоверяющим личность. Вместе с тем, как сообщили представители управления Росгвардии по Ненецкому округу, по указанию директора Федеральной службы войск Национальной гвардии Российской Федерации генерала армии Виктора Золотова, в настоящее время в Нарьян-Маре проводится проверка деятельности частной организации, которая осуществляла охрану детского сада, где в четверг, 31 октября, преступник нанес смертельное ранение 6-летнему мальчику. Сотрудники Центра лицензионно-разрешительной работы управления Росгвардии по Ненецкому округу всесторонне изучают деятельность охранного предприятия.